эти интернетные клавиатурные герои, которые всю дорогу только всех обсуждают, там, этот там, этот сломался, тот сломался, да этот этого выиграет, а тот этого выиграет. То есть они хоть раз в жизни они сами дрались когда-нибудь, хоть раз в жизни они ходили в зал, выступали, вот это интересно. Они смогут прийти в зал и, глядя в лицо этому человеку, которого обсуждают в интернете, сказать ему, что он мешок, что он там не стоит ничего, или смогут они это сделать? Нет. Поэтому они сидят за этим компьютером и обсуждают себя, и осуждают себя.